всем добрый день. Представляешь внимание переходник для ноутбука, а именно установка вместо DVD, который у меня использовалась максимум раз 10 за всю жизнь существования ноутбука моего. Поэтому принято было решение как бы поменять DVD на жесткий диск, более емкий, чем стоит на данный момент в ноутбуке. Ну и заменить исходный на твердотельный, а более емкий поставить непосредственно за место DVD-рома. Ну а DVD-ROM, то есть в последующем можно будет использовать, то есть купить переходник USB серии ALTA, то есть как внешний привод, то есть ничего не выкидывается. Так, ну и что из себя представляют салазки? Поставляются вот в такой упаковочке, то есть бывают двух видов, на 12,7 мм и 9,5 мм. И зависит еще от интерфейса подключения, вот данный интерфейс серии ALTA. То есть есть еще и DE интерфейс подключения. Как определить? То есть, ну и сейчас вот покажу. Либо нужно доставать непосредственно сам этот CD-привод, который является универсальным для всех ноутбуков. Единственное отличие только в передней панельке декоративной, которая устанавливается на DVD-привод. Так, ну и смотрим. Да, можно определить и при помощи сайта. Итак, заходим на сайт. Ну и ищем свою модель с габаритными размерами. Итак, чтобы определиться, какой вам OptiBay нужен, то есть конструкция, какая предусмотрена у вас в ноутбуке, достаточно зайти вот на эту страницу сайта, то есть написано, и дальше найти вашего производителя, в частности вот мой производитель ноутбука. Ну и найти в этой таблице, то есть здесь показывается, какой размер DVD привода используется в вашем ноутбуке, то есть либо 12,7, либо 9,5, ну и тип подключаемого разъема, то есть либо сериал ATA, либо EDE подключение. То есть, ну и вот я ищу, то есть вот мой, и он соответствует первому, то есть размер 12,7 мм, ну и интерфейс подключения сериал ATA. Так что можно зайти и найти ваши оптимальные салазки для установки DVD-привода. Итак, что находится у нас внутри данной коробки? Так, вот есть декоративная панелька, которая будет установлена на место той, которую снимем непосредственно с DVD-рома. Ну и чтобы использовать как внешний привод, докупив интерфейс. Так, внутри находится вот такая вот коробочка. Так, вот здесь есть два крепежных винта. Сейчас мы достанем. Так, вот два крепежных винта, чтобы закрепить жесткий диск. А здесь вот есть крепление для жесткого диска. Вот. Кстати, одно крепление.
И здесь вот крепление. Так, здесь вот интерфейс подключения. Так, и здесь надо будет установить, то есть скрутить из DVD-ROM-а специальное ушко, чтобы крепилось непосредственно к корпусу ноутбука. Так, ну а сюда вот вставляется декоративная панелька, ту, которую снимем с ноутбука, чтобы не портила внешний вид. Вот здесь вот находится светодиод. Он горит при работе. То есть вот эти все размеры стандартные. Единственное, то есть передняя панелька у разных ноутбуков разная. Так, ну вот здесь вот указан принцип установки второго жесткого диска. То есть есть он даже здесь в комплекте. Отвертка, ну, которая также может являться ограничителем. Ну и закрепляется вот в этом положении при помощи вот этих винтов. Так, ну и как это все дело устанавливается, смотрим видео по модернизации ноутбука, то есть там я все покажу. Да, бывают металлические, как у меня, бывают пластиковые. Единственное, только нужно внимательно смотреть, то есть интерфейс подключения какой, то есть либо сериал ATA, либо IDE. Так, ну и то же самое для подключения жестких дисков. Так, ну современные диски, то есть сериал ATA, тут его написано. То есть как устанавливается, показано. То есть подключается, и даже можно обратно как ограничитель вставить отвертку. Так, всем спасибо за внимание, кому было полезно. До новых распаковок. До следующих видео. Всем спасибо за внимание. До свидания.